Всем привет! Мы находимся на новой локации. Знакомьтесь, Масик, Балвасик. Ну, не такой же он Балвасик. Очень много команд знает. Отличный пес. На зеленку не обращайте внимания, это он расчесал себе ухо. И сейчас по щелчку перемещаемся на карьер. Вот мы уже и на карьере. Карьер огромный, народу очень много. Там сверху люди прыгают. Мы туда не пойдем, сейчас покупаемся немножко и покажу новые обновы на супер огороде и приготовим божественный шашлык. Все, сейчас купаемся и перемещаемся в огород. Вон там вдалеке люди тоже отдыхают. Сюда. Все, все, все. Дай ему доплыть. Сейчас ему доплыть надо. Я доплыл. Ну и я тебе сказала, расскажи. Хлоп, друзья, и мы уже приехали после купания. Сейчас приготовим божественный шашлык. Сейчас у нас угли, пока костер доходит. И я вам хочу показать новые обновы на супер огороде. Если вы не смотрели видео супер огород, обязательно посмотрите. И пойдемте покажу, что там у нас нового. Масечка, дай мою кепку. Стой, кепку отдай. Иди сюда. Пойдем на супер огород, Масечка. Вот мы на супер огороде. У нас новое пугало. Его зовут Изи. Но то пугало тоже остается. Это от птичек. Он такой Изи. Он голожопый сидит. Дай опять Изи. Все, он сидит. Здрасте. Трали-вали, сапоги, сандали. Все, мы полили уже. Тут все. Красота. Ягодок очень много. Еще не собирали. Все растет прекрасно. А у нас новая обнова, что автоматическое проветривание. То есть плюс 25, когда в теплице, тогда проветривается автоматически, а с той стороны уже вручную. То есть пойдемте вовнутрь, я вам покажу сейчас. И вот такой душик здесь, когда поработали, да, на грядке, в теплице, можно пойти и принять душ. Бак специально черный, быстрее нагревается и очень хорошо принять душ. И вот такие форточки. То есть с этой стороны вручную. То есть можно чик отпустил, все, оно закрыто. Можно повыше поднять и будет проветриваться. То есть, а с этой стороны уже автомат. Плюс 25, они открылись. Здесь помидорчики, там тоже автомати... А нет, там вручную мы открываем. И вот такие вот теплицы. Теплица называется Капелька. Это не реклама, кому интересно, там загуглите, посмотрите. Здесь тоже все точно так же. Тут вручную, тут автоматически.
А здесь у нас китайские огурцы. В чем прикол? То есть, когда его обрезаешь, эту часть забираешь, это именно на салат. И он сам затягивается и растет дальше. То есть, он вырастает очень большой. Здесь перчики, а там баклажаны Андрюша. Все здесь будет плиточкой. А вот уже есть у нас такое начало. И тут все будет в плитке. Это я вам потом покажу. Вот такой вот супер огород. И сейчас мы идем готовить божественный шашлычок. Сейчас вам все покажу и расскажу, почему божественный. Ну все, пойдемте. А Изи остается здесь. Голожопик сидит дальше. Он остается здесь. Все, птичек, когда ветер дует, все, он тут сидит такой. Здрасте, лечаю, на, держу. Все в порядке у него. И тот манекен тоже там стоит. И все, птички уже ягодки не клюют. А ягод очень много. То есть вот они прям свисают. Какой аромат. Очень вкусно. Ну все, и пойдемте готовить шашлык. Сегодня покупались, поработали, все полили. И сейчас такие кайфушки. Вот такая роза флорибундия называется. Она плетистая. То есть она должна вырасти вот до самого аж верха. Красиво вообще смотрится. Такие бутоны красивые. Флорибундия. Мальчики, отдай кепку. Ну все, готовим божественный шашлык. Способ приготовления очень прост. Купил, одел, пожарил и съел. Ничего заморачиваться не надо. Вот так мы на такие шампурики прикольно насаживаем. Уголь у нас уже дошел. Очень жарко еще на улице, плюс тепло. Так, есть. Масик, на мясо. На мясо, дай кепку. Не, не хочет. Ну и все, продолжаем дальше. Все, бросил кепку наконец-то. Все, мясо вкуснее. Один шампурик, конечно, лабрадору. Так, красота. Все, ему кепка моя спокойно не дает. Вот у нас бомбический шашлык готов. Сейчас снимаем пробу. И разогреваем лавашек. Так, есть. Лавашек немножко подгорел. Ну и все. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч.